Первое, с чем знакомится прибывающий в город гость, это транспортные ворота населенного пункта. Так обычно называют вокзалы, аэропорты, автобусные станции. И от того, какое впечатление сложится у приезжих от них, во многом зависит и общее представление о городе. Хорошее или не очень. Железнодорожный вокзал Ульяновск-Центральный в ближайшее время должен стать красивее и комфортнее для пассажиров. Ориентировочный срок окончания работ – 17 или начало 18 года. Архитектурный памятник, построенный к столетию Владимира Ленина, не потеряет своего знакомого облика. По фасаду, да, это будет новый фасад с навесными с навесной вентиляционной системой, то есть это навесной фасад, будут заменены, еще раз говорю, стеклопакеты, выполнена новая цветовая гамма, бело-синих тонах, то, что здесь, но согласно разработанному дизайну, утвержденному дизайн-проекту. Губернатор области Сергей Морозов держит ход работы на постоянном контроле. Преображена будет и прилегающая к вокзалу площадь. В перспективе исчезнут барачные дома на улице Диспетчерской. Будут отреставрированы здания на улице Державиной и Локомотивной. Обновленному вокзалу должен соответствовать близлежащий район. Здание будет красивое, то есть площадь будет красивой, то есть видные ворота будут прекрасно смотреться. Осмотрел глава области результат ремонта на взлетно-посадочной полосе в аэропорту имени Карамзина, в Братаевке. Восстановление взлетки завершено на 70%. В аэропорту откроется контрольно-пропускной пункт для международных рейсов. Гостей из других стран аэровокзал сможет принимать уже в следующем году. Егор Цтов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.